капук ворот и хамов рос. Я во все совал свой конопатый нос. Был я битым очень много-много раз. Много раз давал я сам кому-то в глаз. Защищал я от кого-то Белый дом, а от кого не понял, правда, и потом. Мне любая драка, в общем, по плечу. Но сейчас скажу вам, брат, не хочу! Здоровым быть удобней, чем больным. С языком намного лучше, чем немым. Чем в Госдуме депутатам морды бить. Или с новым русским где-то водку пить. Хоть за все за это и не я плачу. Все равно скажу вам, брат, не хочу! Я хотел неуловимым мстителем. Жизнь прожить бы как в кино блестящую. Только кровь бы лить не настоящую. Если кто не хочет просто так стареть, может за Россию лучше умереть. Я пока об этом, братцы, помолчу, потому что очень сильно жить хочу! Обана!